Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Зомби против растений», и у нас на очереди бонусная миссия под названием «Drop into Big Wave Beach Party». В этом уровне основной сложностью будет наличие большого количества могил, если быть точным, все поле покрывается могилами. Но, к счастью, мы получаем сейчас плющ и на освободившееся место ставим Thistle. А могу сказать, что по опыту бонусных миссий нету сложных уровней. То есть есть недостаточное количество оружия, которое влияет на прохождение миссии. Если хорошее оружие, особенно если оно прокачано в Зенгардене, то никаких проблем в миссии не будет. Пока что у нас проблем нет, есть плющ и есть Thistle. Кроме того, мы сейчас получили бомбу картофеля. Но будем ее уже садить, наверное, начиная со второй линии. Первую линию мы полностью сейчас очистили и посадим несколько Thistle. У нас полностью первая линия будет состоять, первый ряд состоять из чертополоха. Сейчас начинаем очищать второй ряд. Зомби постепенно к нам начинают продвигаться и уже близко очень подошли к нашей первой линии. Думаю, что Thistle должен с ними со всеми справиться. У нас буквально осталось несколько противников. И можно считать, что первую попытку мы отбили. У Thistle сейчас визуально пока, я уже об этом неоднократно говорил, есть такой недостаток, грешок. Он стреляет коллективно в одну цель, а не, скажем так, как-то пропорционально. С другой стороны, минус является и плюс. Если к нам движется более сильный противник, то вот таким вот коллективным огнем противник быстро уничтожается. Мы сейчас уже получили несколько плантов и полностью очистили от могил уже второй ряд. Зомби сейчас еще больше, и я думаю, что есть смысл. Во-первых, мы садим бомбу, которая не успеет активироваться, но мы сможем зато применить плант для нескольких чертополохов. А кроме того, вдобавок к основному вооружению, мы еще получаем клыки. А тоже очень хорошее вооружение. В особенности то, что оно у нас прокачано в Зенгардене, и мы сможем отодвинуть какую-то линию назад. Эти клыки действуют как эскалатор и отодвигают в зависимости, куда мы их поставим. Мы можем приблизить, либо наоборот отдалить. Снова получаем плант. Вот сейчас мы отдалили зомби на третьей линии. А для того, чтобы отдалять, нам надо почистить сейчас поле от могил, которое находится в начале нашего поля. Но проблема в том, что тут сразу появляются зомби, и они могут запросто съесть наш плющ. А на нас сейчас снова движется большая волна, и уже появляется босс на четвертой линии. Вначале там, по-моему, мы очистили одну клетку от могилы, и тут можем поставить клыки. У нас есть несколько клыков, и это нам позволит какие-то проблемные участки очистить поле от зомби. А на четвертой линии у нас есть вначале могила, нам надо ее убрать, мы сейчас это и делаем. И уже на место плеча поставим клыки, которые отодвинут босса назад. Появляется у нас морское чудище еще на пятой линии. Пока что оно занято клыками, которые выбить не так уже просто для него. А на второй линии тоже появляется босс, но там есть бомба. Если она не активируется раньше времени. Там впереди него идут парочку зомби. И один из них подорвался на этой бомбе. Сейчас у нас таким главным оружием являются клыки. У нас их сейчас несколько штук в наличии, которые мы применяем на пятой линии и на четвертой.
Очень близко к нам подошел босс на второй линии. Мы сейчас применяем срочно плент для фейстла. Убираем могилы, но, к сожалению, не босса. И очень вовремя отодвигаем этого босса назад, потому что он уже замахнулся дубинкой на наш фейстл. У нас сейчас финальная волна. Это означает то, что мы можем уже использовать газонокосилку. Но пока что посмотрим, куда бы мы ее могли запустить. На пятой линии очень удачно подорвался босс. За ними идет просто такая вот туча противников. На третьей линии мы запускаем газонокосилку и убираем босса с остальной группой. Таким образом, уже боссов нет, остались такие мелкие группы, которые мы будем сейчас убирать поочередно. Снова получаем клыки. И наверху их ставим в начале поля. Осталось буквально уже парочку зомби. Ускоряем темп игры. И уничтожаем последних зомби внизу поля. А после чего проходим эту миссию. И будем скрывать подарки. А в первом подарке у нас деньги. И в двух оставшихся тоже деньги. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.